Итак, всем привет! С вами Разу, и сегодня мы будем играть в игру под названием Car for Sale. Я только слышал про эту игру, и только знаю, что тут нужно, ну, продавать тачки по скидкам. Ну, как и понятно по названию. О, чё тут? Чё, всё уже, да? О, Car for Sale. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Это кто разговаривает со мной? Начало пути, убери весь мусор перед офисом. А, я понял, это... Это точно симулятор машин? О, у меня 7000 рублей. Собрать мусор. Все убираем. Если что, мы на ультра играем, так что будет вот такая графика. Это у них ультра графика. Уберите мусор. Ну, это мусор. Я убрал машину просто. Не знаю чем, но я убрал. Убираем все эти конусы, доски, вот это тоже. Короче, все убираем. Пока что это похоже на симулятор уборщика, там, не знаю. Все, последняя доска. Все, я все убрал. Сейчас внутренний голос еще что-то скажет. Открытие. Чтобы привлечь клиентов, вам нужно открыть свой офис. Вы можете открывать и закрывать офис, используя офисную дверь. О, спасибо. Это мой офис? Круто. Сейчас нам нужно название компании. Пожалуйста, откройте компьютер в офисе и выйдите в раздел оформления, чтобы изменить название. Окей, оформление. А оформление или обновление? Давай обновление. Нет, не обновление. Оформление где? Что за обновление? Раздел оформления. Где это? Я не пойму. Веб-страница. Оформление. Что, мне нужно кредит взять? А что, если это игра, чтоб я кредит взял? Нет, я не хочу так. О, куда я нажал? Подождите, куда это я нажал? Украшение. Ага, украшение — это оформление, да. Чё, я не сообразил. Вывеска, внешняя декорация, так. А, вот название. Так, на русском можно писать? Нет, нельзя. Так, сейчас придумаем что-нибудь. Короче, я придумал такое название, не знаю, какое лучше сделать, но пусть пока что такое название будет, а потом изменим, если что. В комментариях можете написать, какое название лучше сделать. Так, ну, мягкого знака я не нашел, так что пусть так будет. Да, вот так. Установить. Все, я установил. Что дальше? Вы завершили свою офисную работу, идите домой. Поезжайте на район по соседству, чтобы купить машину. Вы можете воспользоваться автобусными остановками для быстрого передвижения. Ближайшая остановка находится прямо напротив офиса. Отлично. Погнали, это наш офис. Такой маленький. Наверное, мы потом компарацию сделаем огромную. Так, о, это что? Это паркинг. Ясно. А, подожди, нам куда нужно было? А, нам нужно на остановку, это не то, окей, ладно. Так, вот автобус, здрасте. О, Бургер Кинг, это Рик. Ага, все, путешествовать район по соседству, да? Так, я понял, нужно идеально с ними разговаривать, ну я спец. Так, я же профессиональный перекупщик. О, вот это что это у тебя тут? Привет. Вы сможете увидеть все детали автомобиля. Некоторые детали могут быть скрыты, и вы можете использовать очки умений, чтобы раскрыть их. Окей. Вы можете проверить точность отчета здесь. Продавец может лгать вам. Поэтому вы можете провести проверку, чтобы увидеть достоверные данные. Окей. Здесь вы можете увидеть поврежденные или перекрашенные части автомобиля. Если они тайны, вы можете использовать очки умений, чтобы обнаружить их. Окей, у нас нет никаких очки умений. Чё тут? Чё за машина? Экспертиза 485 рублей. Осмотреть машину. Давай посмотрим, чё это у тебя. Это что такое? Ты предлагаешь за сколько? Всего 4849 рублей. У меня даже столько денег нет. Так, сбросишь немного? Давай по-братски, слушай, да? Торговаться. У меня нету этого навыка. Вы можете открыть навык на возможность торговаться. Вы можете открыть навык, чтобы увидеть повреждение. А, ладно, все ясно. У меня нет навыка. Я погнал отсюда, я иду домой, я вообще хочу уже закрыть этот бизнес. О, внедорожник какой классный, а? Салон нормальный. Чё, за сколько, брат? Брат, чё тут, отклонено? В смысле? Осмотреть машину? Ну да. 33 тысячи рублей? Да. Чё-то слишком дешевое. Или это в будущем, там, когда доллар равняется к рублю. Чё тут, заводской цвет, это нам все не нужно. Экспертиза. А где дешевые машины? Я не понял. Где тут самая вонючая машина? Так, о, вот это сколько стоит, брат? Отклонено. Что за... Эй, братан! Эй, братан! Ездили очень мало по выходным на дачу только. 34. Не, это слишком. Иди отсюда. Во! Вот это, наверное, где-то 5 тысяч рублей, да, будет стоить? Да? Здорово. А, это женщина. Привет, привет. В моей машине есть комплект по умолчанию. 7723. Не, не хватает. Если вот скинешь 200 рублей там, но у меня пока нет этого навыка. Эх. Ладно, нет.
Так, ищем другую машину. А я что, не могу пойти на рынок и там это смотреть машину? Чё у соседа я должен покупать? Это Мерс. Это SLR или как называется? RTX 3070. Что это у тебя, брат? Привет, как дела? Как дела? 78 тысяч, ты чё, совсем что ли? Те машины дешевые, я понять не могу. Тут нету, тут смотрели, это тоже смотрели. А, вон там не смотри. О, вот, мне кажется, это та самая машина. Она на нас смотрит, смотри. О, тут тоже какая-то. Это что, наподобие Мерседеса старого? Наверное, мы вот... А, нет. Вот. За сколько отдашь? 2000? Все, покупаю. Отлично. Так, что тут? Припаркуй машину у входа в офис, чтобы продать ее, затем открой свой компьютер, веб-сайт, ну это мы посмотрим. Так, сейчас сначала зайдем в машину. Здесь вы можете увидеть все кнопки, связанные с автомобилем. Окей, я понял. Здесь спидометр, да, тут ясно. Так, как завести? Ага, на И. Все, завел машину. О, осторожно. Нужно не поцарапать, потому что мы должны продать ее. Так, осторожно, направо. Офис закрыт. А, офис там находится. А, полкилометра, да, я должен ездить, чтобы добраться. Окей, ладно, я понял. Так, осторожно. Главное не помять тачку и все. Так, нам направо, да. Так. Чё тут, аварийка? Давай аварийку включим, я немного потише сделаю. Так, все, сейчас отвезем эту машину в офис, посмотрим наценку, сколько сделаем. Так, осторожно. Эта машина нам еще нужна. Как поворотники включать? А, вот на Z. Сплошную пересек. Нормально. Так, нам налево, да, отсюда? Так, осторожно. Осторожно, нет! О, жестко. Не поцарапал, да, ничего? Все нормально, нормально. Так, нам туда. Да, правильно еду. Тут ограничение скорости или что? Тут у меня спидометр краснеет. Так, это заправка. А, бензин. Тут еще может закончиться, да, наверное? Это же реалистичный симулятор. Все, мы у офиса. Отлично. Что там, что за задание? Припаркуй машину, окей. Припаркуем сейчас. Давай вот сюда. Вот, нормально. Все, отлично. Все, выключаем двигатель. Ближний свет. Это все нам не нужно. Сменить. А, сменить камеру. От третьего лица можно гонять. Отлично. Закись азота тут есть. Так, а как выйти отсюда? А, выйти из машины. Е. Отлично. Все. Ну, я не знаю, закрыл на замок или нет. Ну, ладно. Так, что теперь нам нужно сделать? Зайти в офис, мы это уже сделали, зайти в веб-сайт, выставить его на продажу, где не продается. Код. Это вот эта машина, которую я только что купил. 2006 года, пробег 130, почти белый цвет, не продается. Как продать? Можете добавить фотографию, щелкнув левой кнопкой мыши, вы можете удалить фотографию. Окей, я понял. Давай сделаем фото, выберите фото. У нас нет фото? Почему у нас нет фото? У меня телефон есть вообще? Как сфоткать тебя? Мне нужно на Авито выставить. Как мне это сделать? А, ладно. Сейчас прочитаем. Открой компьютер, веб-сайт и выставь на продажу. В зависимости от состояния автомобиля клиенты начнут прибывать в течение дня. Информация. Если автомобиль выставлен на продажу, вы не можете им пользоваться. Окей, я понял. Ну, это логично. Веб-сайт. Выставить на продажу. Все. В продаже 0. Убрать с продажи. Вы можете открыть навык для... Я могу навык открыть? Первый покупатель. Что, уже? О, привет. А, абсолютно новая машина, не битая, не покрашенная, все четко, пробег там 13 тысяч, да, почти, ну там 0 есть, если там это, ну короче, вы поняли, так что все четко будет. У меня столько много клиентов сразу же. Так, чё, за сколько? Загрязнение. Какое загрязнение? Нет никаких загрязнений. Если вы ищете мощный автомобиль по доступной цене, не смотрите дальше. Моя машина идеальный вариант, да, за 0 рублей, в смысле. Мне нужно подумать, я куплю его по текущей цене. В смысле? За 0 рублей ты хочешь купить мою машину? Ты что, обнаглел, что ли? Так кто это говорит? Привет, чувак, здорово, чувак. Можете открыть навык на возможность чего? Торговаться? Подожди, я хочу навык открыть. Где и как открыть навык? Информация, если вы будете слишком агрессивны, когда будете торговаться с покупателем, они уйдут. Я понял, но что-то не понял, что они от меня хотят. Тут 68, типа их претензий. А, это расходы, 0. Цена покупки. За 2000, что ли, я в минус пойду или что? Я не понимаю, где цена-то? За сколько вообще продаю эту машину? Сейчас, минуту. Обновление, что за обновление? Офис, эвакуация, таблица лидеров, какие лидеры, обновление. Веб-страница. Автомобиль на продажу. Продажа. Цена покупки. Расходы. Да, я не вкладывал в автомобиль. Это мой бюджет, да? Добро пожаловать в банк.
Это что такое? А, я могу кредит взять. Я так и понял, что это кредит. Нет, народ, кредит не будем брать, потому что если еще в игре кредит брать. Все, короче, я тебе продаю, у тебя лицо хорошее. Я не знаю, за сколько продал, но время сна. Все, народ, заканчиваем игру. У нас отдельное место. А, это наш типа офис. Ехат будет. Ехат. Ехат. Заходите на ехат будет. Нормально, нормально, нормально. Я так и не понял, где, куда делся мой доход, что я сделал. Ладно, что тут у меня задание какое-то. Это был отличный день, пора отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню. Пока что ваш дом это контейнерный домик. Идите домой спать, вы снова сможете воспользоваться автобусными остановками. Информация, тебе нужно поспать, чтобы сохранить игру. А где я сплю? Здорово. Ты не знаешь, где я сплю? Мне кажется, нужно это, на остановку, да? Да. Осторожно, не сбейте. А чтобы здесь упасть под колеса? А, ясно. Не повторяйте такие вещи. Такие эксперименты нельзя повторять. На данный момент это твое место для сна и отдыха. Отлично. А, это мой дом? Что это такое? Да уж. Отлично. А нельзя было эту кровать там в офис как-то запихать? Все. Что за черный экран? Все, он не проснулся, Тайки? А, все, проснулся. Конец. Вы можете отремонтировать, покрасить, настроить или помыть свои автомобили. Авторынок открывается в определенные дни недели. Посетите его, чтобы изучать больше предложений по автомобилям. Нажмите на инструмент с помощью Е. Чтобы открыть меню инструмент, вы можете переместить. Ну, все понятно. Ладно, народ. Вот такая вот игра. Если вам понравится этот симулятор, то я готов продолжить и вообще проходить там, покупать все, построить тут замок. Ну, короче, вы поняли. Но все зависит от вас. Если вам нравится эта игра, напишите об этом в комментариях. И также ставьте свой лайк, чтобы это видео продвинулось. А с вами был Разу. Желаю всем счастья, здоровья. Берегите себя. Сказал, как, да. Всем пока.